Всем привет! Вы на канале Позитивный огород, и сегодня мы с вами поговорим про грунт для посадки земляники и про емкости для посадки и для ее пикировки. Начнем с грунта. В этом году у меня будет вот такой вот грунт по составу, где-то примерно 30-40% это у нас берется кокосовый субстрат. И остальное где-то 60% или 70% это мы берем торф. И, соответственно, вот к этой смеси добавляем где-то, ну, несколько горстей, наверное, 3 горсти или 4. Это вермикулит, можно использовать перлит. И всю вот эту смесь перемешиваем, и можно также добавить немножко фитоспорина. Соответственно, нас разводим фитоспорин и по инструкции используем. Ну, примерно там где-то вот именно, если брать маточный раствор, то где-то 1 чайная ложка на 1,5 литра воды. Именно вот раствором фитоспорина можно поливать землю, именно проливать за день, за два или за три до посадки или пикировки. Ну, затем уже мы осуществляем посадку, когда земля уже немножко отдохнет и как бы вот эти все живые вот эти бактерии, они начнут работать. Поэтому вот такой грунт. Благодаря кокосовому субстрату, торфу, вермикулит у нас будет именно очень достаточно такой рассыпчатый и мягкий грунт. То есть какой и нужен для всходов хороших земляники и для ее роста. Также можно использовать, конечно, и свой грунт, если у вас он хороший, но при этом его, конечно, нужно будет чем-то обязательно протравить, так скажем. Ну, тем же фитоспорином, либо используем покупной грунт, в котором вы уверены. Ну вот я использую кокосовый субстрат, торф и вермикулит. Также еще поговорим и про емкости для пикировки. Можно использовать вот такие вот стаканчики из-под йогурта. В них мы делаем дренажные отверстия обязательно. Хорошо их промываем и вставляем вот в обычную такую вот поддон из-под печенья, из-под различных, вот много такой вот продают в магазинах, вот такие поддончики, которые можно использовать. Очень удобно. То есть у нас будет здесь и отверстие, то есть лишняя влага будет уходить, и, соответственно, мы ничего не запачкаем, никакие не подоконники, у нас все будет чисто и хорошо. И также поговорим и про посадку земляники семенами. Соответственно, мы берем вот такой вот, можно взять тоже вот поддон, ну, немножко побольше. Он, соответственно, у нас также в нем делаем дренажное отверстие обязательно и заполняем его грунтом где-то вот на 2/3. Затем мы берем, уплотняем грунт, засыпаем его снегом и поверх снега сеем семена. Можно также сеять семена, сперва именно грунт уплотняем, раскладываем семена, а потом уже сверху снег. Вот два варианта. В принципе, и так семена всходят. Но более подробное видео я запишу про посев именно земляники ближе к выходным. Поэтому, ну, всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. И пока-пока, до новых встреч!